Всем привет! Очередная распаковка с AliExpress. Ссылка на которую будет в описании. И здесь у нас долгожданный сверточек. Да уж. Вот как его разрезать? То ли они прислали, или ошиблись. Заковали так как. Две релухи упакованы довольно-таки хорошо. Так, ножки целые. 8 выводов. Но таких в России было не достать. Почему-то их никто не возит. И именно эти прислали HF115F. Так, нет, надо что-то помощнее, увеличивающее. Чтобы рассмотреть вольтаж. Так. Да, на 0,48 вольт. На 48 вольт. Как раз то, что нужно. На 48 вольт такую релюшку здесь просто не найти. Ну, их как раз сразу две. Что не может не радовать.